Единственная просьба разойтись. Зачем? Расходитесь. Ваши действия неправомерны. Нечего нам уже терять, нас уже просто не считают вообще за людей, за народец какой-то гнилой. Поэтому надо что-то делать. Лепшие люди покутаются в тюрьмах. Мы плачем за их, мы помним про их каждый день. И не можем ничего сделать. В один у поле не воин. Треба, как бы все робили нечто. Установили парня и гаишники. Когда мы вместе, мы способны изменить все, в том числе и изменить, Беларусь к лучшему. Мы должны уже, нам пора становиться цивилизованной страной, нам пора становиться демократией, где живут свободные люди.